Латвийское кино показали в Кирове. Показ прошел в библиотеке имени Герцена. Документальные фильмы в наш город привезли члены делегации из Латвии. Это два режиссера, документалиста и представители общества русской культуры из города Елгавы. В рамках Дня российского и латвийского кино кировчане увидели ленты как профессиональных прибалтийских режиссеров, так и любительские фильмы. Кстати, идея культурного взаимодействия двух стран возникла еще в прошлом году, но воплотить задумку удалось только в 2016-м. Организаторы мероприятия надеются, что это событие станет толчком для дальнейшего сотрудничества. И, на мой взгляд, символично, глубоко символично, что дни документального латвийского кино сегодня проходят в рамках года российского кино, объявленного президентом, наиболее актуальное, наиболее цельное, наиболее значимое. Это документальное кино, оно максимально правдиво отражает нашу действительность.